Под Одессой почти полностью отреставрировали воинскую часть для бойцов, передислоцированных из Крыма. Во время ремонта они жили тут, но именно благодаря им теперь тут можно нести службу. Год назад в этих казармах поселили военных связистов, передислоцированных из Крыма. Тогда многих шокировали фотографии, которые бойцы выложили в интернет. Спать им приходилось на раскладушках в разрушенных помещениях. Разгорелся скандал, часть начали ремонтировать. Теперь армейцы довольны. Благодаря волонтерам сюда пришли до 1000 книжек. Как бы у нас теперь появилась библиотека. Сюда пришли также имущество в виде кроватей, тумбочек, простынь, подушек. Работа кипела с весны прошлого года. Восстанавливать пришлось абсолютно все. В срочном порядке делали капитальный ремонт казармы для мобилизованных и срочников. От коммуникации до внутренней отделки. Все восстанавливали почти с нуля. Тогда это было двухэтажное полуразрушенное здание с деревянными прогнившими окнами, без стекол, с неработающей системой водоотведения, водоснабжение, отопление, с протекшей крышей и так далее. О деньгах, как и раньше, тут говорят неохотно. Но уточняют, почти все сделали благодаря волонтерам. Проблему с кроватями вообще смогли решить только в этом году. Были проблемные питания, что стосуются меблі, незабезпеченість речовим майном та майном квартирно-експлуатаційної служби. Роботи в части еще хватает. В первую очередь нужно довести до ума столовую и баню. На очереди ангары и другие помещения, необходимые для полноценной работы связистов. Юрий Гальченко, Евгений Руденко. Первый городской.